Домовленности подмацевали конкретными справами. Китайская делегация провинции Хунань и Могилевская область подписали погоднение о передаче на Могилевшину 8 социальных жилых домов. Китайский бок будет спонсировать их будовництво. Это протяг супрацовництва нашей области с китайскими партнерами. Нагадаем, у красавіку подписано погоднение об установлении сябровских отношений помеж Могилевшиной и провинцией Хунань, якой меркует супрацовництво у разных сферах. Так само у Китая познайомиться и с продукцией под брендом «Зроблено на Могилевщине». Подписано отповедное погоднение на поставки. У жніўні мы отправим целый эшелон с продукцией Могилевской области, у приватности молочной, у нашу провинцию. Это будет 41 вагон, и мы сподіваємося, что это только початок нашего пленного супрацовництва помеж вашей областью и провинцией Хунань.